Появление Виталия Петрова на гоночной трассе, как всегда, не прошло бесследно. Следы резины от мощного «Мерседеса» пилот оставил как раз напротив трибуны своего имени. Эти зрительские места находятся на одном из самых зрелищных поворотов гоночного трека, что, безусловно, радует первого российского гонщика в истории «Формулы-1». Я невероятно благодарен организаторам «Формулы-1» ВТБ Гран-при России за оказанную честь и уважение. Это действительно большое значение в моей жизни. И, конечно, эта трибуна одна из самых интересных трибун. Она находится в самом интересном месте. Я уверен, что она будет забита до отказа. Представьте, что все 20 пилотов на скорости 345 км в час будут разгоняться вот именно по этой прямой. И все 20 пилотов постараются заехать именно вот в этот поворот. И на протяжении всей гонки это единственная длинная прямая, где и будут все обгоны. Трибуна Т2, теперь носящая имя Виталия Петрова, рассчитана на 7000 зрительских мест. Билеты на них уходят как горячие пирожки, ведь любители королевских гонок и приходят сюда за яркими эмоциями. Кроме того, трибуна расположена около центральной площади Олимпийского парка, где во время заезда Формулы-1 расположится зона отдыха и развлечений. Что же касается самого российского гонщика, то сейчас он готовится к очередным стартам. Каким и где они пройдут, пока за завесой тайны. О них официально объявят через несколько недель. И, судя по прощальному с прессой заезду по Сочи автодрому, Виталий Петров уже в предвкушении. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.